Дай-ка за коммунистов проголосую. По приколу. Граждане, выдача талонов на еду остановлена. Ждите дальнейших указаний. На выезд за границу раз в 10 лет, напоминаю, на следующую десятилетку оно не переносится. Хорошая новость. Список разрешенных картин дополнила замечательная драма «Ленин в шалаше». Граждане, проходят для получения новых одинаковых костюмов. Гражданин, вы почему не на работе? А я это на выборы пришел. Не смешно, товарищ. В нашей стране выборы не проводятся. Предъявите документы и трудовую книжку. Трудовую? А я самозанятый. Тунеядец выходит. Пройдемте в отделение, там разберемся. Выборы не прикол. Подойди к ним ответственно.